году компания «Энкор» представляет новую программу аккумуляторного электроинструмента. Сама программа называется «Аккумастер». Представлена в данный момент 18-вольтовой и 36-вольтовой программой. В программе «Аккумастер» представлены инструменты как общестроительной направленности, так и инструменты узкоспециализированные, предназначенные исключительно для профессионального применения. Также достаточно обширная программа садового инструмента, представленная и в 18-вольтовом варианте, и в 36-вольтовом варианте. Основная концепция программы «Аккумастер» заключается в том, что любой инструмент из этой программы можно приобрести отдельно, скомплектовав набор. Отдельно приобрести аккумулятор, отдельно приобрести понравившийся или необходимый в данный момент инструмент, зарядное устройство и таким образом скомпоновать свой собственный набор инструментов. То есть каждая последующая покупка инструмента обходится дешевле, чем если бы приобретался отдельный комплект. В программе «Аккумастер» на данный момент представлена 41 товарная позиция. То есть это и сами инструменты, это аккумуляторы, это зарядные устройства, это аксессуары. Самая представленная часть программы – это аккумуляторные широковоротные. Начиная с самого простого односкоростного, две скоростных модели, отличающиеся общими параметрами. Винтовер, два один из которых из пакофана, с Т-образной рукояткой. ПВ-шник, машина, сабельная ножовка, локтик, циркулярная пила, шлифовальная эксцентриковая машина, строительная лампа, очень интересная позиция, фонарик и садовый ассортимент, который представлен и продается в общем по набору. То есть можно приобрести отдельно привод, и к этому приводу выбрать нужный на данный момент насадку. Либо цепной пищеколес, либо пусторез. То же самое в 36-вольтовой программе. Есть базовый держатель, к которому отдельно можно приобрести насадку пусторез, пусторез, либо даже привод. Планируемый новинки, которыми эта программа будет дополняться. Профессиональный шуруповерт с высоким крутящим моментом. На данный момент здесь на выставке он представлен пока еще не в цвете программы, то есть это образец, который мы сейчас просто показываем здесь на выставке. На базе этого шуруповерта появятся вот такие интересные ножницы по металлу. Профессиональных инструментов, то есть направлены. Заклепочник, очень высокий дозвонительный. Обе программы и 18 вольт, и 36 вольт между собой взаимосвязаны. То есть присутствие программы вот такой преобразователь напряжения. То есть мы можем установить в него два аккумулятора 18 вольт и запитывать инструменты 36-вольтовые, таким образом используем 18-вольтовые аккумуляторы.